Привет, мои хорошие! Как настроение у вас, как дела? Мы идем по делам. Хочу показать вам одну из площадей в городе Мерсина. Находится она в центре города, это старый район Мерсина. Посмотрите, вот такие голуби, кормят их, и люди фотографируются. Тут продают также, вот посмотрите, рядом еда, вот эти зерно для голубей. И вот плохо это тем, то, что и голуби сидят вот на деревьях и какают на лавке, негде посидеть даже. Посмотрите, вот сейчас жарко, но за ними ухаживают, поливают, им водичку дают. Фотографируются тут. Находится рядом вот такая джами. Это небольшая джами, не самая большая. Большая в другом месте находится. Вот такая вот площадь. Здесь центр слева, вот по ту сторону. Ювелирные золотые магазины, большое количество. Здесь вот кафе, Антуни, прямо вы видите. Вот здесь рядом, кругом вокруг кафе. Рядом гостиница такая. Все это находится возле берега моря. Рядом находится лиман, порт, по-турецки лиман. Ашкым, скажи привет всем зрителям. Привет. Привет, зрители. Он вас тоже любит. Ты любишь зрителей наших? Люблю. Люблю, Жара в Мерсине. Такая жарища. Вот посмотрите. Бросают им зерно. И фотографируются. На ребенка как. Испугался ребенок. А они такие наглые, видите, не боятся уже голуби никого, людей. Привыкли к людям. Не дикие. Вот так вот они сидят на деревьях, как хозяева. И какают. Вот так поливают водичку. Посмотрите. Деньги люди зарабатывают на этом, на этих голубях. Ашкым, бени дачи. Бен гидеджем, бени дачи. Вы видели, какие они ручные? Любовь и голуби. Фильм такой есть. Я очень любила его смотреть. Шедевр, легенда русской кинематографии. Не знаю, почему вспомнила сейчас. Наверное, ностальгия по русским фильмам пришла. Я здесь в Турции вообще не смотрю телевизор. Ютуб появился некогда до телевизора. А раньше с
смотрела, и все сериалы смотрела. Особенно турецкие старинные сериалы, старые любила. Там так понятно, они разговаривают, и обучалась так турецкому. А сейчас в Ютубе смотрю вас. Сидим, ждем. Ждем полтретьего, половину третьего. Осталось мало до нашего отъезда. Кое-какие дела остались небольшие. И вот мы, такой блок у нас, домашний. Здесь, знаете, как... Что сказать, даже не знаю. Все в голове перемешалось, так уже хочется увидеть своих. А билеты пока не купили, ну, проблемы с билетами нету. Вот как мы сегодня все сделаем, и я все расскажу, какие цены, сколько стоят билеты, покажу всю дорогу, постараюсь заснять. В общем, все постараюсь заснять. Еще знаете, что... Мой муж, вот мы 3 года знакомы с моим мужем, но он с моей мамой не был еще не знаком. Так вот, я хочу заснять тот момент, когда они встретятся, с моим сыном познакомиться. Моих детей и мою дочку, и зятя, внуков знает мой муж, а с мамой и сыном не знаком. Вот мне так интересно, как произойдет эта встреча сама. Я все это зафиксирую и покажу. Уже не дождусь, знаете, когда и что, и уедем мы. Вроде думаешь, так все легко, а не так легко собраться в дорогу. Что столько чего надо купить всем. Все это нужно обдумать, не в одном же месте. Вот сколько дней ходим. И вот наконец-то уже все подошло к концу, мало осталось. Что, ждите моих видео. Дороги буду снимать, встречу с мамой буду, с сыном снимать, с детьми, с внуками, все буду снимать, покажу вам красивый Батуми. Он действительно очень красивый, и я так соскучилась. 1,5 года я не была в Батуми, и все это вам покажу. До новых встреч, друзья мои. Не забудьте подписаться на мой канал. Пока-пока.